Всем привет, на канале Мусалим. Сегодня в работе у нас Hyundai Santa Fe. Автомобиль разобрали, поверхность подготовили к проклейке, все обезжирили. Так у нас выглядит штатная шумоизоляция по автомобилю, а именно практически полное ее отсутствие. Голые арки, голые крылья с небольшой полоской ребра. По полу багажника то же самое, минимум виброизоляции. Как следствие вибрации по кузову, посторонний шум, дискомфорт в салоне. Вот так выглядит у нас виброизоляция и шума в салоне автомобиля. Тоже маленькие полоски. Вибро поклеены. И на этом все. Место водителя вообще, можно сказать, не завибрено, минимально. Автомобиль достаточно шумный и требует дополнительной шумоизоляции. Чем мы займемся? Приступаем к работе.